Как сделать дом еще уютнее? Мы точно знаем, что без светодиодной ленты не обойтись. Ведь именно ей можно удачно подсветить и выделить нужные детали. В этот раз компания «Ледрус» меняла отжившие свои неоновые лампы в двух комнатах одной из московских квартир. Работы проводились в гостиной и в спальне. В спальне хозяева решили использовать ленту не только в качестве основного освещения, но и в качестве декора фальш-стены за кроватью. Таким образом, часть комнаты получилась парящей, а свет мягко подсветил поверхность. В обеих комнатах использовалась подсветка с пультом управления. Это позволяет регулировать яркость света и, по желанию, то ярко освещать всю комнату, то создавать уютную атмосферу. В данном случае ленты закладывались внутрь ниши к дальней стенке и закреплялись для надежности термоклеем. Туда же были установлены блоки питания. Что касается подсветки стены за кроватью, то там блоки питания также закладывались внутрь, а лента приклеивалась так, чтобы ее не было видно снаружи, то есть на внутреннюю часть внешней стенки ниши. Основная сложность здесь – проследить, чтобы провода и блоки питания не давали лишних теней. Наши монтажники справились, а комната заиграла новыми красками.